Всем привет! Сегодня мы построим цифровой цирк всего лишь из 10 блоков, а еще из 100 блоков и даже 1000 блоков. Представьте разницу из 10 блоков и из 1000 блоков. Это... Невероятно! Да. Но сейчас вы построите цифровой цирк из 10 блоков. Не знаю, что у вас там получится, но это уже ваша проблема. А персонажи не самого цифрового цирка? Че хочешь строить? И можете начинать все. А, кстати, смотрите, кто здесь. Это бомжик. Надо поставить лайк, чтобы он перестал быть бомжиком. Что за байты? Ай-яй-яй. Байты, байты. Ладно, все, больше не буду так делать. А, кстати, знаете, у кого будет меньше всего очков в конце видео, того мы отправим в цифровой цирк. Я за вас из души в душу просил помедленнее строить. Из души в душу и помедленнее. Ради того, чтобы это кто-то слушал. Ладно. Нет, бомжик пропал. Он обиделся. Постройки из 10 блоков готовы. Ну как-то они все слишком быстро построили. Даже 10 минут не прошло. Ну ладно. Так, у нас тут есть какие-то странные штуки, которые совсем не похожи на цирк. Это что такое, я без понятия. А это... Это королей. И главный клоун в цирке это... Я знаю одного человека. Пожалуй, я пойду. Вы меня обижаете. Я не буду с вами видео снимать. Вы меня обижаете. Я пошел. Ну ладно, все, ладно. Короче, давай снимаем. И начнем мы с Агуши, который построил ничего. Да, в смысле ничего? Ладно, что это? Это пузырик. Короче, это помощник этого... Дверь. Там-то дверь. Ты посмотрел этот мультик, да? Да, это помощник этого главного. Кейна. Я шарю за этот мультик, он мне понравился. Ну, Кейна там фигейна, я не знаю кто. Короче, пузырик, помощник этого Кейна, который хавал блевотину. Ну, я понял, ты построил штуку, которую строить не надо было. Я думал, вы построите там помни, вы построите цирк, а вы построили, что, ну, пузыря. Там у нее костюм там из минимум блоков 20 состоит. Ладно, тогда смотри, ты мне давай честное слово настоящего мужчины, что ты из 100 блоков построишь помни. Ну это будет самое нечестное слово мужчины. Ладно. Я не хочу ее строить. Ладно, ну смотри, из 10 блоков неплохо, но ты мог бы лучше, поэтому я ставлю тебе 7 из 10. Мир жесток, он пистолет достает. Оценивайте, ребята, оценивайте, ребята. Я тут временно в этом убегаю, короче. Извини меня, пузырик, я не хотел тебя обижать. И мне точно не представляют пистолет к лицу. И не заставляет это говорить. Агуша молодец, Агуша ставим 10 всегда. И Агуша всегда побеждает, да. И у тебя, Агуша, 23 очка из 30. Ну это вы злые просто, это вы злые. Мы не злые. Вы злые. Дальше мы идем к поп-кэту, у которого здесь ленточка. Тут маски были, но их украли. Да, ленточка всегда грустная, но в мультике она выглядела покрасивее. Ну хотя, что мне от вас ждать, это всего 10 бок. Думаю, это выглядит нормально. Ставим 10. Чей? Ладно, у тебя 24 очка, и это больше, чем... О, Агуша, молодец. То есть вот этому ты поставил 10, а то есть вот этому ты поставил 7, да? Да. Это называется ухизм. Ну, я тебя понял, знаешь. Не брат ты мне больше. Я был тебе братом. Ветер в хату. Чего? Подожди, давай, рассказывай про свою эту штуку. Ну, это, ну, постройка. Короче, ну, давай, ставь. Чего ставь? Ставку ставь. Ладно. А, ты построил, как его звали там, Джекса из цифрового цирка, который там... Ну да, там в интернете я вбил, нашел что-то. О, у него лицо даже есть! Вау, ты лицо сделал за 10 блоков, что? Молодец, уважение. А. Уже нет лица. Уже нет? Давай посчитаем, сколько 10 блоков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Подожди, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11. Это погрешность. Это погрешность. У него реально 11 блоков. Смотри, смотри, все, 10. А, ну теперь 10. Ну теперь как будто у него нет одежды. Сложно, конечно, но я ставлю тебе 9. Да ты чего? У тебя 25 очков, поздравляем. Хопы. Ух, не брат ты мне больше. То есть, тут ему ты поставил 10, а мне почему 7?
не знаю. Да тут она такая же нормальная, как они. Вот что тебе в нем не нравится? Вот что тебе в нем не нравится? Тебе мыльные пузыри, может, в детстве травму сделали психологически, нет, потому что ты теперь ненавидишь. Так, все, давайте говорю. Без лишних разговоров и без лишних... Без лишних разговоров. Иди монтируйся, короче, иди, все. Дец. Ладно, ну, как получается, у Агуши у нас 23 очка, тут у нас 24, а тут у нас 25. В принципе, все клево, да? Да. Ладно, теперь у вас есть 100 блоков, да ведь? Невероятно. И вы сможете построить... Что-то получше, надеюсь. И можете начинать. Я уже надеюсь, что вы построите помни, потому что Агуша мне обещал. Агуша говорит, оглядывайся теперь, я тебя запомню. Итак, постройки из 100 блоков готовы. Ого, что вы тут построили? Это пузырик? Вау, пузырик! Это же обалденно просто! Вау, да, круто! Агуша, который строил пузырика, я ему поставил всего 7 баллов. Но это пузырик от Попкэта, он круче. Да, он хороший, у тебя. Ого, у нас тут... Ты прокачал своего зайчика, что ли, как там? Теперь он выглядит более брутально. И еще... Ужас, Агуша, какую же ты ерунду построил? Да. Да не уходи, все, мы не будем тебя булить, идем. Это какой-то буллинг с твоей стороны, это слишком. Вот видишь, я вижу, меня тут снимают на камеру. Ты вот так, да? Ты, значит, меня снимаешь, да? А я знаешь, что в ответ сделал? А я в ответ тебя снимаю, понял? Ты меня снимаешь, а я тебя снимаю. Угроза. Ладно, давайте начинать смотреть. И начнем мы с Джакудзы. Самый брутальный зайчик. Под названием Джекс, которого я сегодня... Слушай, это он не такой уж и брутальный. В общем, что я сделал? Я просто сделал новую круглую. В общем, Джакудза построил супер брутального, супер жесткого, супер красивого. И прямо, ну, это его постройка передает такого, как он есть в мультике. Он весь такой, ну, топсик. Брутальный с нашим уровнем. Да. И здесь он тоже такой, ну, вот. И все. Больше нечего сказать. 10 баллов, 100%. Ну, ладно, я тебе ставлю 10 баллов. Это реально красиво. Мне нравится. Что за... Отлично. Агуша тоже 10 ставит. Зачем он 10 поставил? У тебя 30 очков из 30. Мы сейчас просто всем по 10 поставим, и у всех будет по 30 очков. Это уже какой-то заговор. Мы что, улазили, я думаю. Все с деньгами нормально. Так, ну, ладно, смотри, Джакудзу, у тебя 30 очков из 30, это максимальный балл. Ну, что сказать? Ну, я не сомневался, знаешь. В смысле не сомневался? Ну, я просто отбил, да. Ладно, давайте посмотрим, что построил Агуша. Агуша построил... Нормально. Ты же говорил, не построить помни, я построил помни. Выполняешь мужские слова. Только я ей построил не столько, когда она это... Когда она с ума сходила. А, в конце мультика она такая сидела за столом и такая... Там такой звук... Дум-дум-дум! Дум-дум-дум-дум. Ну, такой. Ладно, рассказывать сам я просто послушаю. Ну, типа, смотри, помни, она такая... Цветная такая, прикольная. Обзор закончим, всем удачи, всем пока. Ладно, ну я тебе ставлю, ну знаешь, цвет кожи надо было поставить другой. Лицо можно было сделать. Так она белая, алло, в мультике, какой другой? А чё тут она серая у тебя? Ну, так надо. Ну, видишь, все же недостатков много. Голова не круглая, квадратная, а у него круглая, кстати. Поэтому я тебе ставлю 7 очков. Вот она белая стала. А, теперь она какая-то страшная стала. Ну, если Джакудзу поставить 10, то я тоже поставлю 10. Джакудзу ставить 10, я тоже ставлю 10. И у тебя 30 очков из 30. Ну, спасибо. Я вами огорчусь. Давайте все вместе будем ставить десятки, у всех будет 30 из 30. И в конце вы вместе, втроем, я буду исполнять мой... красивейший стишок. Знаешь, ну да, хорошо, но тут просто до тебя мы тут угорали, сидели, поэтому мы тут 10 каждый друг другу ставит. А, ну подружились. Придется мне вас... Да. Ладно. И теперь пришло время долгожданного пузырика. Такой классный. Я сразу 10 ставлю. Ну, давайте сначала посмотрим. В общем, это настоящий пузырик. Он очень классный. Он поднимает свой ротик, вот так говорит. И говорит всем здрасте. А еще он всех пожирает. Особенно этих Агуши, Джакудзу, которые мешают все время снимать видео. Джакудзу такой... Я что-то не понял сейчас. Они не мешают. Они очень мешают. Агуша, ставь 10 из 10, чтобы у него было 30 очков из 30. Это бунт. Так, ладно. У вас у всех 30 очков из 30. Поздравляю. Я надеюсь, что у вас у всех будет в конце одинаковое количество очков.
Чего тебя жрут, не знаю. Ты просто еще очень много что не знаешь. Ладно, смотрите, неважно. Да, почему тысяча блоков все время падает? Ты неправильно построил. Я знаю, уже понял. После того, как оно 10 раз уже никак не взлетает. В общем, слушай, у вас... Слушай, у тебя как 5 блоков, кстати? Как все дела? Нормально. Ну, вот и хорошо. Ладно, у вас есть 1000 блоков и можете строить цифровой цирк. Ничего не знаю, время вышло. Мы уже, знаешь, тебя заждались просто. А, да? Я думал, вы еще даже не построили, а вы уже, оказывается, меня ждете. Вау. Обычно вы 100 лет строите, а в этот раз прям молодцы. Горжусь. Только не меня первого. Ладно. Думал, сейчас придется 100 лет вас ждать, а вы, оказывается, за целый час управились. Вау, молодцы. Уважение, все. Вы не забывайте, что у того, у кого будет меньше всего очков в конце этого видео, мы отправим в цифровой цирк, а у всех вас по 30 из 30, так что... Ну, а в начале-то у всех разные, а у кого в начале больше всего? А я не скажу. Ты что? У меня 25, а Гуш, у тебя было 24 вроде, да? Это же вопрос, как у синуса. 26. Если у синуса больше меня, значит, Агуша. Ладно, все, давай, показывай, давай. Тут? Ну, типа, локация. Пока что это тянет на 0 баллов. О, он выступать сейчас будет? Ого! И? И все. В смысле? Че, реально все? Да. В смысле? Ну я не парился, что. Это же из 100 блоков Джекс, и ты просто сюда добавил какую-то... Ну тут еще вон в полу много блоков. Ты просто пол, стены и вот эту тупую занавесу добавил, это 1000 блоков, да? Ну и позу немного. Че ты тут поменял, один пальчик приделал? Ужас. Ужас. Ладно, я тебе ставлю... Это ты просто его поставил и поменял фон. Вы чем занимались тут целый час, а? Ты сказал сделать локацию, я сделал локацию. Не, ну, я ставлю 0 баллов. Ну, вот отлично. У тебя 19 очков из 30. Невероятно. Че, я не буду менять, все. Я обижен. Джакудзе, ты на меня только не обижайся, ладно? Да мне пофиг, я даже не старался. Да, мне кажется, вы тут целый час не знаю, чем занимались. Я вот таймлапс посмотрю, что вы там делали. Вот по QR-коду. Вау, это настоящий цирк. И похоже, это реально цифровой цирк. Но только выглядит он сверху, как огромное пирожное. Ну, это скорее какая-то шляпа. Нет, это мороженое. Ладно, вот тебе QR-код, погнали внутрь. Опа! Вау, как красиво! Стоп, не заходить опасно. Ладно, мы туда зайдем через минуту. Он построил настоящий цифровой цирк, мини-версию. Тут у нас вот это все, посмотрите, это кубики, это такие вот штуки, которые там были. И это... Этот пузырик следит за всеми, чтобы никто не нарушал правила. А вообще он ищет еду, которую можно съесть. Ну, пока он ничего не может найти. Ладно. Пришло время зайти в эту опасную комнату, в которую нельзя заходить. Он говорит, не заходи, это опасно, не заходи. А я зайду. А стоп, минуту же еще не прошла, ладно. Все, заходим, заходим. Где? Стоп, это за кулисье? Ладно, пойдемте вперед, пойдемте, пойдемте. Пойдемте, куда идти? Стоп, почему Бобка это два раза встретил уже? Ладно, идем, идем. Странный, конечно, какой-то закулисье, но ладно. Что-то я уже долго бегаю. Ну, походу, я уже далеко ушел. Где здесь выход? Стоп, мне кажется, я куда-то не туда пошел. Я тут на левую стенку смотрю, такая красивая. На правую. Правая какая-то кривая, лучше на левую смотреть. Таймапс красивый получится. Ну и сколько мне тут бегать, а? Пока не дойдешь до комнаты. Че это? Окей, окей, окей. Ладно, давайте вернемся обратно. Мне тут не нравится. О, я выбрался. Я на свободе. Ну что, что скажешь насчет этой постройки? Тут есть пузырик, тут есть постройка, тут есть выход, которого нету. Есть, 10. Ладно, я тоже ставлю 10. Я культурный. Я тоже. Окей, у Бобка это 30 очков из 30. Что я не понял, вы что все сговорились опять? Ладно. Что-то она какая-то маленькая. Так, дойдем сюда. Короче, это типа диорама. Она типа, вот это, помню, короче, она за дверями охотилась, постоянно выход искала. А, это тот момент из мультика, где помни ищет двери. Там за этой дверью еще одна дверь, за этой дверью еще дверь, и за этой дверью еще есть дверь, да? Ну да, я только, типа, она такая споткнулась, а такая ручку тянет до ручки. А потом она попала в бездну, и ее оттуда спас. Окей. Да, я шарю за мультик. Страшно. О, ты, кстати, ее переделал полностью. Выглядит красиво, кстати. Да, ну и в смысле? Ты думал, я ее скопировал? Нет, я ее полностью с нуля делал. О, молодец. Вот это уважение, красиво. Однако, ставлю 10. Какая дверь? Сверху рисунок на двери.
Да. Подверка такой стрелочкой, идите туда. Это трехмерный рисунок, вау, круто. Ты сколько поставишь? Молодый родин. 10? Кажется, 10. И у Агуши 30 очков из 30. Ну что ж, пришло время посчитать, сколько очков вы получили за все это видео. У Агуши 83 очка из 90. Странное число, конечно, ну ладно. У Попкета 84 очка из 90. И у Джакудзе 74 очка. Нормально. Достойно. Мы тебя отправим в цифровой цирк. Не обижайся. Так, сейчас приготовься к церемонии. Бабах. А куда я попал? Что же это за место такое, да? Интересно? Привет, пупси. Ой-ой-ой. Кстати, я тут снимаю сериал вот этот, жесткий. Ладно, все, на этом это видео заканчивается. Короче, спасибо за просмотр. Вот другой крутой ролик. И все. Все, запись кончилась? Да.